и бренчал на гитаре. Вот закончим со всеми делами, научу тебя играть на гитаре. Я думаю, тебе понравится. Что скажешь, а? Ты что, уснула? Чего? А, да, с удовольствием. Ну вот. Я вчера летала во сне. Правда? Да. Давай, рассказывай. Ну, я была в самолете полном народа. И все орали, как бешеные, потому что самолет начал падать. Я пошла в кабину, открыла дверь, а пилота не было. Я скорее схватилась за штурвал, но я же не умею управлять самолетом. И перед тем, как упасть, я проснулась. Я ведь сроду не летала. Странно, да? Ну, сны — дело такое. Ну ты подумай, куда ни придешь, карантинные зоны заброшены. Вот больница, о которой говорилось в записи. Пойдем, Элли. Может, тут срежем? Ты чего скисла? Не, все хорошо. Просто ты как-то сегодня притихла. Прости. Нет, я же... Неважно. Можно по лестнице. Ну вот.
Элли. Элли. Что? Лестница. Давай. Ага. Господи. Эй! Ты куда? Элли! Элли! О, смотри скорее! Что это? Ничего не нашел. Это что? Глазам не верю. Идем, скорее! О! Ты видишь? Шш, не спугни. Ладно, ладно. Ты чего? Все хорошо. Иди сюда, иди. Мой хороший. Ну, подойди. Давай. Привет. Роста офигенно. Куда он? Ладно, давай, пошли. Ну, не спеши так. Идем. Ух ты! Красавчики! И как? Это то, чего ты ожидала? Есть плюсы и минусы, но, по крайней мере, тут красиво. Мы можем отказаться. Ты ведь это понимаешь? А какие варианты? Вернемся к Томми и просто забьем на эту хрень.
После того, что было, того, что я сделала, я не могу все бросить. Слушай, ты хочешь как лучше, но деваться некуда. Вот закончим, пойдем куда скажешь. Ладно? Все равно без тебя не уйду. Так что хватит уже. Прошлое попал. Почему? Сразу после катастрофы я оказался в похожем местечке. Куда ни посмотри, везде осиротевшие люди. Весь мир рухнул в одно мгновение. Ты тогда потерял Сару? Да, тогда. Я не представляю, каково это — потерять самого дорогого человека. Лишиться всего. Сочувствую. Спасибо, Элли. Так, приступим.
начали.
Вот, отлично. За работу. Очень даже неплохо. У меня есть подарок. Вот. Мне Мария показала, а я потом ее утащила. Надеюсь, ты не против? Давно пора понять, что от прошлого не уйдешь. Оно все равно тебя настигнет. Спасибо. В этот раз все будет иначе. Я точно знаю. Ты о чем? На этот раз цикады ждут нас. Я уверена. Ah!
Что за хрень? Ни звука. Назад. Похоже на то. Нас не сломить. Как думаешь, сможешь столкнуть ящик? Запросто. Смотри, не свались. Похоже, тут глубоко. Вот что будем делать потом. И что? Научишь меня плавать. Договорились. Не добраться.
Получилось. Вот, лови. Держись с краю, там помельче. Вода ледяная. И снова заперто. Ладно. Вставай сюда. Есть. Ладно. Открывай дверь. Как выскочил, скорее бы их вытравить. Так, что тут у нас? Так.
То, что надо. Не ударься. Смотри, вот она. Жди тут. Да уж никуда не денусь. Я туда не допрыгну. Наверх. Молодец! Теперь помоги переправиться. Давай. Залезай. Давай. Ну все, поехали. Осторожно. Готово. Лестница оторвалась. Что делать? Что-нибудь придумаю. Thank you.
мысль. Ё-моё. Я пойду вперед, а ты за мной. Поняла. Да. Ну вот, давай, прыгай. Ты меня поймаешь? Ловлю. Видишь? Ты сама допрыгнула. Может, свалим уже? Держи. Давай, очнись. Дыши, дыши. Руки вверх! Она не дышит. Я сказал, руки вверх! Давай, давай. И вот ты у цикад. Ты извини, не знали, кто ты. Где Эли? Она жива. Откачали. Вы столько прошли. Скажи, как? Все она. Целеустремленная девка. Может, это судьба. Я стольких потеряла по пути. Отдала почти все, что было. А потом приходишь ты, и мы чудом успеваем ее спасти. И правда судьба. Я иду к ней. Можешь не волноваться. Мы позаботимся о ней. Не могу. Я хочу ее видеть. Нельзя. Ее готовят к операции. Какой еще операции? Врачи говорят, что кордицепс внутри нее как-то мутировал и дал иммунитет. Они извлекут грипп и смогут синтезировать вакцину. Вакцину.
Как грипп отделят от мозга? Никак. Ищите кого-то еще. Она одна такая. А ну, веди меня к ней. Стой. Я знаю. Ты думаешь, что тебе сейчас тяжело, но не представляешь, каково мне. Я помню ее с пеленок. Обещала матери присмотреть за ней. Как ты можешь допустить, чтобы ее убили? Это важнее меня. Даже ее. У нас просто нет выбора. Да. Да, вижу себя, ты уже убедила. Выведи его. Только дернется, стреляй. Последний шанс, Джоэл. Вставай. А ну, вставай. Давай. Иди. Иди, я сказал. Дай только повод. Куда? Хрен ли ты встал? Шагай! Иди, говорю! Где операционная? Не тяни время. Где? Где? Самый верх, дальний конец. Контрабандист, он здесь! Внутри!
смотреть в оба! Я иду, Элли. Это их задержит.
Доктор? Что ты здесь делаешь? Я не дам ее забрать. Это наше будущее. Подумай, скольких мы спасем. Не приближайся! Ах ты, грязная тварь! Гарри, замолчи! Пошли, детка. Держу. Держу. Черт! Все будет хорошо, малышка. Не бойся. Прикрыть выходы. Не бойся. Держись. Держись. И куда дальше? Тебе не уйти. Иди на ту сторону! Все хорошо. Все хорошо. Все хорошо. Это твой последний шанс. Оставь ее. Вижу его. А ну отойди! Ну. Боже. Ну давай, давай. Ее не спасешь. Допустим, ты выберешься. Рано или поздно ее разорвут щелкуны. Или бандиты изнасилуют и убьют. Это не тебе решать. Это ее выбор. Ты ведь знаешь. Слушай, ты можешь поступить правильно. Ей не будет больно. Что это за ночнушка? Пока не вставай. Отойди от наркоза. Что случилось? Мы нашли цикад. Оказывается, таких как ты много. Людей с иммунитетом не один десяток. И от них никакого толку. Они и бросили попытки создать вакцину. Мы едем домой. Прости. Нет! Не стреляй! Отпусти! Ты будешь ее искать.
Вроде можем идти. Отсюда нам по прямой. Угу. А тут красиво, да? Да. Так, не зацепись волосами. Все, держу. Возраст дает о себе знать. Я тебе не рассказывал? Мы с Сарой любили гулять по лесу. Крепкая девчонка, не угонишься. Мне кажется, вы бы с ней сразу подружились. Она бы тебе точно понравилась. А ты ей. Да. Ух ты. Смотри. Мы почти пришли. Уже недалеко. Да, давай помогу. Дай руку. Идем. Погоди. В Бостоне, когда меня цапнули, я была не одна. Мою подругу тоже укусили. Мы не знали, как быть. Она сказала: «Давай просто ждать. Мы сойдем с ума вместе, это так романтично». Вот я и жду до сих пор. Элли. Ее звали Райли, она умерла первой. Потом Тесс. Потом Сэм. Элли, ты тут ни при чем. Нет, ты не понимаешь. Я не сразу смог принять то, что выжил. И надо просто... Надо идти вперед, искать за что сражаться. Знаю, ты не это хочешь услышать, поклянись. Но... Поклянись, что все, что ты сказал про цикад, правда. Клянусь.